на фоне сегодняшнего посещения Бахмута президентом Зеленским, все эти путинская работа в штабах, она, ну, выглядит просто смешной, как нам объяснять. Путин всю пятницу работал в штабе. А вот последние кадры, последние сюжеты я видел сегодня, разоблачен визит на фронт маршала Шойгу. Ну, же вы помните, наверное, в Украине, он там сидит в вертолете, да, рассматривает... Да. На зеленой травке, рассматривает, да. Рассматривает сверху какие-то окопы. Так вы знаете, путем такой геолокации установили эту точку. Это где-то в Крыму. Далеко где-то в тылу. В Крыму, да, на сотни, 200 километров от ближайших украинских войск. Даже, да. Вы знаете, даже кремлевские пропагандисты, ну, вот такой совершенно отъявленный негодяй Марков сегодня вынужден был комментировать, что да, да, Зеленский отважный человек, надо это признать. Но, правда, он не был кремлевским комментатором, если бы он после этого не добавил. Но Зеленский знал, что мы гуманисты, мы никогда не стреляем по политическим лидерам. И он, и более того, даже он выступал как бы щитом для вооруженных сил Украины в Бахмуте, потому что мы русские, мы никогда не способны на убийство политических лидеров.